Александр Иванов. Конечно, разговор о русской живописи невозможен без того, чтобы обратиться к творчеству Александра Иванова. И если сравнивать, как русская культура ждала его появления, то здесь на ум приходит разве что образ Татьяны Лариной в ожидании Онегина, которая знала и любила его еще до того, как встретила, узнала и полюбила. Александр Иванов — это символ надежд нашей культуры на самобытность, на русскую живопись и ее школу. Гоголь, Хомяков, Стасов, наши родители русской культуры превозносили его. Конечно же, восхищался им Репин, восхищался Крамской, Васнецов. Гоголь писал с него положительный идеал художника в своей повести «Портрет». И для Гоголя вообще Иванов был образцом вот такой самоотверженной отдачи своему служению, самоотверженной отдачи искусству, ради которой человек отвергается от всех благ мира. Так вот, Гоголь видел, лицезрел, как Иванов работал над своей известной картиной «Явление Христа народу», и пока еще эта картина не была показано миру, он уже предупреждал всех, что это явление, как выражается Гоголь, небывалое, и он пророчит ей столь же небывалый успех. Как говорит Гоголь, весь Рим начинает говорить гласно, судя даже по нынешнему ее виду, то есть еще незаконченному, в котором далеко еще не выступила вся мысль художника, что подобного явления еще не показывалось от времени Рафаэля и Леонардо да Винчи. Так вот, весьма характерно, что труд Иванова оценивается по самой высшей шкале, и здесь вот эти передовые имена, такие как в том числе Рафаэль и Леонардо да Винчи, они звучат постоянно. Хомяков говорит, что Иванов в живописи был тем же, что Гоголь в слове и Киреевской в философском мышлении. Как продолжает дальше Хомяков, это могучие и богатые личности, которые болеют не для себя, но в которых мы, русские, мы все, сдавленные тяжестью своего странного исторического развития, выбаливаем себе выражение и сознание. То есть нам, говорит Хомяков, дается сознание трудно, с болью, мы его выбаливаем, и для этого у нас есть свои мученики или, как угодно, богатыри, которые своими личными качествами, заслугами, отдавая свою жизнь, все свои силы, выбаливают для нас наше же собственное сознание. И Хомяков также говорит о том, что Иванов – это не просто тот, кто достиг уровня великих итальянцев, но тот, кто их даже и преодолел, поскольку они были заточены на свой субъективный взгляд, тогда как именно Иванов, он явил мировые смыслы, потому что ему удалось преодолеть собственную личность. Стасов просто поет буквально панегирик Иванову. Как он говорит, на мои глаза Иванов – одна из величайших художественных личностей, когда-либо появлявшихся на свете, и вместе одна из самых крупных и необычайных личностей русских. Если даже оставить на минуту в стороне мысль о том, что Иванов был живописец, все-таки он представляется человеком, совершенно выходящим из ряду вон. Сила мысли, сила характера, золотая душа, заботливое попечение не только о близких, но и о самых далеких людях, кому он мог быть полезен, строгость жизни, необыкновенная серьезность настроения, поэтичность и глубина всякого постижения и так далее на целую далее страницу. Говорит о нем Стасов, но как настоящий критик, он умеет похвалить, и тут же ему это дает право провести свою критику, и причем достаточно жесткую критику в отношении Иванова он тут же предлагает. Он критикует его буквально за все, и за колорит картины, и за скульптурное изображение фигур, и за организацию пространства, и за искусственность драпировок главных героев этой композиции. И возникает тут же недоуменный вопрос:
вопрос, собственно, за что же он его похвалил? За то, как ему удалось выразить характер человека. Характер человека и, главное, за то, как ему удалось выразить фигуру Христа. Как говорит Стасов, цитата, «смело можно сказать, что во всей европейской живописи не существует другого подобного Христа, как Христос Иванова, как по своей величавости, простоте и глубокой душевности, так и по всем, собственно, художественным совершенствам исторически типического и в высшей степени оригинального изображения». Ну вот мы в прошлый раз говорили про Васнецова. Васнецов, конечно, тоже подключается к этим хвалебным словам и говоря о том, что, цитата, «Христос Иванова все-таки лучший Христос всей Европы за несколько веков». Крамской тоже превозносит Христа в исполнении Иванова и говорит о том, что Иванов явил решительно невиданный тип Христа. И вообще Крамской говорит о том, что Иванов сделал для вообще всей русской живописи то, в чем она нуждалась. Ну, всегда есть заросли, и всегда кто-то должен проложить, вот, сделать вот эту первичную тропинку, просеку, и там, где нам нужна столбовая дорога. Мы пойдем потом по этой дороге, мы ее создадим, но должен быть вот этот первопроходец, и таковым он видит именно Иванова. Как говорит он, в мозгу Иванова появилось оригинальное представление о картине, в которой бы все было основано на законах. По условиям времени подобных образцов тогда еще нигде не появлялось, стало быть, и приходилось начинать сначала во всем. Историческая заслуга Иванова та, что он сделал для всех нас, русских художников, огромную просеку в непроходимых до того дебрях, и именно в том направлении, в котором была нужна большая столбовая дорога. Более того, Крамской предрекает, что не только Иванов сделал важную работу для русского искусства, но он тот, кто должен вскоре вызвать неподдельный интерес у иностранцев. Репин буквально признается, что он говорит, я как магометанин в Мекку иду смотреть великого Иванова. Он называет полотно, цитата, «русским колоссом, величайшим произведением целого света, гиганта, родившегося на Руси, самой гениальной и самой народной русской картиной». И почему так Репин считает? Потому что он видит в фигуре Христа и вообще во всем замысле Иванова изображение великого реформатора, который избавляет многострадальный народ. То есть для Репина это скорее такая социальная картина, как пишет Репин, тут на картине Иванова изображен угнетенный народ, жаждущий свободы слова, идущий дружной толпой за горячим проповедником. Но вот показывается на горизонте величественно скромная фигура. Проповедник простирает руки к спускающейся с горы фигуре реформатора и произносит с величайшей радостью, как бы оканчивая свою речь. А вот идет посланник Бога. Он ляжет за вас костьми, чтобы улучшить ваше положение. Толпа вдали, вопиющая в угнетении, простирает руки к Избавителю. Такая интерпретация у Репина. Бенуа скажет, что Иванов, цитата, «единственный из русских художников приблизился к великим представителям русской мысли в литературе». И это, конец цитаты, это тоже важное здесь и замечание, и такое превознесение роли Иванова, поскольку действительно было проблемой то, что наша литература, она возникает, исконно ее источник такой дворянский, это такой дворянский феномен. Тогда как живопись возникает у нас совершенно иначе, она идет из низов. И здесь тоже нужно вспомнить о том, собственно, кем был сам Иванов. Он был сыном другого известного художника Андрея Иванова, который был мальчиком маленьким,
он был сиротой, беспризорником, и он был взят в академию, на воспитание, и там он вырос до художника и до профессора живописи. И он же, отец, преподавал Карлу Брюллову, и параллельно он преподавал своему сыну, нашему сегодняшнему герою, Александру Иванову. И надо сказать, что если уж говорить об этих биографических перипетиях, то вот здесь вот есть как бы и момент вот этой вот из сиротства, из ниоткуда возникает наша живопись, и на Иванова, о котором мы сегодня говорим, ложится вот это вот бремя, собственно, из ниоткуда, хотя у него отец, уже академия за спиной, но тем не менее он все равно вот только вот этот маленький росточек нашей собственной живописи, и она, как говорит Бенуа, должна дотянуться до там Гоголя, до Пушкина, до тех вот этих великих наших образцов в литературе. Так вот, конечно, Иванов, он, с одной стороны, демонстрировал с детства свои способности в живописании, выделяли его рисунки, но вместе с тем, как и всякий человек, который является родственником каких-то известных людей, там, будь то муж, жена, сын, внук, брат или сват, всегда нужно вот нести на себе бремя чужой славы и как бы доказывать, что ты — это ты, а не просто какой-то родственник и отблеск, по сути говоря, и своего известного, там, допустим, отца. И вот это бремя лежало и на Александре Иванове, потому что его учителя высоко оценивали его рисунки, но тут же подозревали, а не папа ли это нарисовал. Но, одним словом, история все, конечно, всегда расставляет на свои места. Конечно, если мы интересуемся живописью, мы знаем профессора живописи и художника Андрея Иванова, но все-таки широкой публике известен Александр Иванов. Когда мы встречаемся с вот этими откликами на живопись Иванова в такой превосходной степени, мы одновременно не можем избавиться от такого двойственного ощущения, которое вызывают эти отклики в нас. Они содержат в себе некий то ли аванс, то ли какую-то недосказанность, то ли наоборот, какую-то амбивалентность. Иными словами, эти панегирики всегда как бы сопровождаются какими-то, может быть, чересчур объяснениями. Нам хотят чересчур современникам объяснить, а в чем же роль Иванова, как будто бы она и так не очевидна. И всегда вот этот вот жест как бы превознесения, он всегда сопровождается и всяческими «но». Например, Крамской, говоря вот такие слова, что даже иностранцы скоро к нам придут учиться живописи у Иванова, он тут же говорит, что все-таки была одна такая вещь, которая и определила, и одновременно погубила самого Иванова. Он называет это ядом сознания. Он слишком сознательный, слишком техничный художник. Как говорит Крамской, это было тормозом, лишающим художника свободы выражения, и поэтому неудивительно, заключит Крамской, что публика осталась прохладной к такой техничности. Но сам Иванов мыслит себя как первого художника в России. Как он пишет с пафосом: «Раздоры русских мешали их просвещению. Вот почему у нас, во-первых, родилась любовь к иностранцам. Вот почему пришельцы теперь предпочтены перед нами. Курланец, перевинованный в Кипренского, выбил нам первую русскую европейскую репутацию. Пришлец Карл Брюло сказал Европе, что русский может быть и историческим живописцем. Но когда Богу было угодно, собственно, русского вывести на поприще славы художественной, то он внушил Иванову прославить единородного сына своего». Иванов преисполнен мессианскими воззрениями, и мессианство христианское у него обогащается или наслаивается на идею мессианства России, и вместе с тем все это прирастает еще идеей мессианства и великого служения художника как такового. Вот этот сложный комплекс собственных представлений строится у Иванова на синтезе, с одной стороны, христианской веры, а с другой стороны, веры в прогресс, просвещение, разум и науку.
пытается все это совместить в одно целое Александр Иванов, и мы можем встретить его рассуждения, его дневниковые записи, как ранние 30-х годов, так и более поздние 40-х годов, где он говорит о человечестве как в терминах эволюции, эволюции такой нравственной, человек идет к совершенству, к благоденствию, и здесь ему важно делать дело Христа, соратничать со самим Христом и помогать самому Христу. И кроме того, он говорит совершенно определенно об особенной, исключительной роли России в этом пути к Золотому веку. Как верит Иванов, именно России суждено явить вот это царство должного. Как пишет Иванов, первая половина рода человеческого или половина вдохновения окончилась Иисусом, который нам открыл оное вдохновение нравственного совершенства. Но так как человек не мог быть доволен только одним вдохновением, то он опять упал. И теперь последовательным обрабатыванием всего рожденного вдохновением на Востоке и на Юге добивается нравственного совершенства своего последствием уже наук, отраслей человеческого ума. И потом будет жить точно так же целый день свой и иметь один закон. Он будет только любить, рождать детей и им сообщать историю человека, добившегося до нравственного совершенства. Так будем же мы сотрудниками к нравственному совершенству человека. Сам Христос говорит, что больше его сделать можно. Следовательно, Христос есть не что иное, как собор верных предчувствий всего, что будет. Но вы видите, что Христос по мысли Иванова дал нам предчувствие, и мы должны уже посредством наук сделать больше, нежели он сам. Что значит сделать больше? О каких делах идет речь? Речь идет о принесении общественной пользы, которую Иванов считает вторичной или даже главенствующей по отношению к чаяниям бессмертия. Как пишет Иванов, «О бессмертии же свое пусть перестанет заботиться, а вместо сего попечения допечется о делах своих, здесь в пользу общественную, да приближает к золотому веку все человечество». Конец цитаты. Иванов видит в России северный апофеоз человечества. Цитата. «Премудрый Господи, какой же народ избираешь ты на севере, чтобы подать миру мир твоему?» Чтобы подарить человечество золотым веком. Дальше Иванов рассуждает о том, что европейские страны тоже двигались в этом направлении, но они, конечно, стали рабами заблуждений. Но другое дело России. Цитаты. «Мы на тот конец только, чтобы обработать умы сии, все, что Восток и Юг произвели, но чтобы только обработали, Господи, и отдали бы все труды России». Господи Боже мой, России назначаешь ты орудием водворить по вселенной мир критикой умов. И, наконец, о России Иванов, о ее мессианстве он заключает. Род человеческий, выходя вместе с просвещением своим из-под экватора, постепенно достигал севера или изобретал пылкими страстями все, что суждено ему было исполнить, и оставлял мало-помалу их владычество над собою, дабы холодным умом решить настоящее свое назначение, определенное ему Богом. И теперь мы, обширное славянское племя, под владычеством императора Николая, остались последним народом, долженствующим под благодетельным скипетром монарха нашего решить золотой век всего человечества. И дальше идет про искусство. А так как изящное искусство более всего действует на умягчение нравов, то я и думаю, что предмет, составляющий сущность первой книги в свете Евангелия, должен будет иметь важное впечатление на сердца славнейшего народа, любезных моих соотечественников. Ну вот вы видите, вот рефреном идет идея совершенства, идея вот славян, идея русских, идея монаршества и идея того, что
все мы идем под предводительством нашего начальства, мы идем к самому золотому веку. И, собственно, в этом и смысл нашего движения, совершенства. Но вот в более поздних записях 46-47 годов, это такие дневниковые тетради, названные «Мысли, приходящие при чтении Библии», здесь со всей определенностью Иванов скажет: «Россия – результат всех народов, осю пору существовавших, что от нее должно ждать законов все человечество, вследствие коих начнется повсеместное царство небесное на всей планете Земле». И еще, вот здесь тоже есть такие характерные моменты, я позволю себе еще вот вас помучить процитировать, потому что здесь появляются такие детали, которые вообще определяют сам подход к живописи Иванова. Как он пишет: «Мессия, которого ждут жиды, и второе пришествие, которому веруют символически христиане, есть русский царь, царь последнего народа, и залог образования коего положено». Какие вот столпы, на которых держится царствование, да? Государь, он на чем должен основываться? Критика, самоотвержение и переимчивость. Критика, самоотвержение и переимчивость. И так дальше он продолжает. Это тогда сбудется, когда царь будет полный, конечно, христианин сам, не по символам, а по внутреннему достоинству собственной души. Теперь же дело каждого избранного устраивать царя с вельможами к этому идеалу, которого человечество в самой колыбели воображало. В его премудрое царствование мир будет устроен так прочно, что все прочие государи придут к нему советоваться, как что устроить в своих землях. И тогда будет совершенная кончина века, то есть человечество перестанет жить так, как жило до сих пор. И, наконец, как говорит Иванов, седьмая часть планеты – присуждена установить вечный мир на земле. И художник – это именно тот, кто является избранником, тем, кто должен умягчать нрав и характер царя, дабы умягчился нрав самого народа. То есть у художника такая миссия доносить вот эти великие истины, христианские, евангельские истины до самого царя и тем самым склонять его к идеалу, и тем самым склонять все государство и вообще всю планету к вот этому совершенству, золотому веку или царствию небесному на земле, как говорит Иванов. И значит, художник, он ввиду вот этой исключительной роли и миссии, он должен быть неизбежно, конечно же, свободным и независимым. И вот какой интересный идеал предлагает Иванов. То есть здесь художник – это не просто тот, кто пишет, он еще должен проникнуться, он должен эти смыслы донести до государя и только потом предъявить ему эскиз. Как пишет Иванов, формулируя идеал художника: «Художник русский, почетный гражданин, одет по-купечески, доступ свободный во дворец, присутствует при всех разнообразных положениях государя, ни в какие дела не мешается. В грустный или ярый час царя, что он делает? Первое, он составляет гусли, то есть рассказывает государю какой-нибудь эпохический факт Библии и под конец представления словами со всеми обстоятельствами, исполнив часть литератора». То есть первая часть такая литературная. А дальше показывает оконченный эскиз, который до сего времени держит в величайшем секрете. Таким образом, царь открывает композицию для публики. Таким образом, смягчается нрав царя посредством искусства живописи и располагает его благотворением для своего народа. Художник живет как милостынным подаянием, у него в доме стоит кружка. Государь не имеет права награждать или жаловать художника, но может войти как частное лицо в состав милостинопадателей. Видите, он даже не может содержать художника, он только вот как милостинопадатель. Художник, кроме литературного объяснения своего сюжета и цели его, еще должен его исполнить на холстине со всеми знаниями красот искусства. Конец цитаты. И можно подумать, что это какое-то
аллегорический образ художника, но Иванов не просто декларировал эти идеалы, он пытался им соответствовать сам, и не зря Гоголь на него обратил внимание, в том числе и в своем литературном творчестве. Александра Иванова нередко называют аскетом, его сравнивали с монахом, злые языки, конечно, приписывали ему какой-то мистицизм и помешанность. Но что мы знаем? Мы знаем то, что Иванов получает пансион от общества поощрения художников, уезжает в Рим и живет там аж 28 лет, совершенно неслыханная история. Да? Вот для таких пенсионерских поездок такого, наверное, никогда ни с кем и не происходило. 28 лет живет и порядка 20 лет, даже больше, работает над вот этой картиной «Явление Христа народу». Вы понимаете, как ждали эту картину. Само явление Иванова было явление народу. Да? Некоторое такое удвоение происходило. Как он жил? Конечно, он постоянно был стеснен своим материальным положением и озадачен с тем, чтобы хоть как-то его поддерживать. И не потому, что он был стяжателем. Напротив, он был не стяжателем, его волновал материальный вопрос как способ обеспечения его художественной независимости. Поэтому он совершенно маниакально пытался добиться вот этой независимости и вот этого минимального материального обеспечивания. И при этом он был абсолютно обращен к своему художественному идеалу. Конечно же, ради него, собственно, он и жил, творил и изыскивал этих несчастных средств к существованию и не брался ни под каким предлогом за другие работы, если это позволяло материальное положение. Например, ему предложили писать для храма Христа Спасителя. Вы себе представляете, какой это важный и почетный труд, но он отказывается, как он пишет отцу: «Ни времени, ни охоты у меня нет брать на себя это. Это и без меня могут сделать». Ну, правда, потом, конец цитаты, он все-таки возьмется за эти эскизы, опять же, из материальных соображений, чтобы у него была возможность работать над его самой главной картиной. Конечно, никаким аскетом он не был. Он увлекался женщинами и имел все возможные неприятности, какие отсюда могут последовать. Но вместе с тем он не позволял себе жениться. И, кстати говоря, на тот момент это было условие пенсионерской поездки. Его отец выбрал семью, у них там были дети, семья, жена. Иванов выбирает вот такой путь все-таки именно художника, он не женится. И вообще считает, что связь с женщиной духовно опустошает. Тем не менее, у него была невеста, графиня Апраксина, но она в итоге предпочла другого. Богемной жизни Иванов избегал и, как он сам признается, участвовал во всяких увеселениях, только чтобы не казаться странным. Часто он голодал, по каким-то свидетельствам современников, он сутками мог питаться кофе и черствой булкой, но по тем же самым свидетельствам в хорошей компании он мог вполне себе по-настоящему наслаждаться и даже чрезмерно пищей. И одна из версий, почему он скоропостижно скончался, не то чтобы переедание, но просто когда человек живет в одном режиме, чисто физиологически он может не выдержать увеличение там, и рациона, и, собственно, порции. Это одна из версий. Но если говорить об аскетизме Иванова, то он подчинен не логике благочестия, а логике служения. Как он говорит, нужно молиться Богу собственными делами, а его дело – это живопись. А потому он художник, для него самое главное – это независимость, это максима вот этого убегания, ускользания от власти мира. И здесь есть очень характерный момент, вот тоже известное полотно 35 года «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения», тоже известный в живописи сюжет.
Иванов пишет его в 1935 году, а в 1936 году за это полотно ему Академия художеств присуждает звание академика. И происходит это тогда, когда уже Иванов находится в Риме, ему присуждают это почетное звание заочно. И вот какая характерная реакция у Иванова. «Как жаль, что меня сделали академиком. Мое намерение было никогда никакого не иметь чина». Вот в этом смысле аскезы. Художник по мысли Иванова должен быть бездомен. Он не должен быть, ну как знаете, да, мир ловил меня. Вот и всех нас ловит мир. Иванов говорил, меня не поймает мир. Нищенство, жизнь на чужбине, уединенность. И даже в какой-то момент, когда потребовала такая завершающая работа над картиной, фактически отшельничество, затворничество Иванова, все это, как некоторые полагают, исследователи и современники, наложило печать на характер Иванова. Но, впрочем, мы тут можем предложить и обратную причинно-следственную связь и говорить о том, что, напротив, характер Иванова наложил, или не наложил отпечаток, а определил, собственно, путь его жизни. Ведь когда мы ближе знакомимся с художником, с теми записями, которые оставлял, и с записями современников, у нас складывается впечатление, что Иванов был чрезвычайно мнительным человеком. Настолько мнительным, что он постоянно пребывал плену каких-то мыслей, преследовавших его о том, что ему кто-то мешает, кто-то интригует, какие-то заговорщики кругом, они помешают ему получить признание, они помешают ему продлить пансион, надо сказать, невозможно затянувшийся в Италии. Позже, уже в поздние годы, живя в Риме, ему пришло в голову, приходило в голову, он страдал от этого, ему казалось, что есть какая-то группа заговорщиков, которые решили отравить его медленным ядом, и для этого вступили в сговор с трактирщиками, и те его каждый день буквально лишают жизни. И Иванов, мы знаем, что он плохо себя чувствовал в последние годы своей жизни, после обеда его рвало, но вот этим медицинским объяснением он предпочитал конспирологически, то есть он полагал, что это, да-да, вот этот медленный яд лишает его жизни. Как вспоминает Тургенев, не то чтобы сам Иванов вызывал в себе рвоту после приема пищи, именно по той же причине, что он боялся, что его вот здесь вот отравили. Как говорит сам Иванов, сетуя на собственный характер, «Мои родители мнительные, порок сей породили беспрестанные неприятности в их жизни. Мы всосали с молоком матери сей недостаток». Здесь, говоря вот об этой мнительности, конечно, нужно сказать важные вещи о Гоголе. Гоголь и Иванов, их связывала многолетняя дружба, переписка. Гоголь участвовал, помогал, наставлял в творчестве Иванова, и не просто какими-то словами, но вплоть до того, что Гоголь делал для него прореси из книг по иконографии христианства с тем, чтобы помочь, собственно, даже в деле живописания непосредственно. Более того, Гоголь был натурщиком, выступал натурщиком для вот этой известной картины «Явление Христа народу». Чуть позже я покажу в эскизах, особенно это явно видно, может быть, в финальной картине не так, а в эскизах, конечно, вы сразу узнаете Гоголя. Дружили они с 1830-х годов. Так вот, близкий друг Иванова Гоголь, наблюдая вот эти хлопоты, вот эту вечную суету Иванова, беспокоящегося о том, чтобы где-то найти средства к существованию, вот эта суета, которая его сводила с ума, и хандра, Гоголь в 1946 году пишет Иванову: «В жизнь мою я еще не встречал такой беспокойной головы, какова ваша.
Вам чудится и представляется, что о вас должны все хлопотать и метаться, как угорелые кошки. Вы всем надоели. Но это такая тесная, близкая переписка. Но на самом деле Иванов настолько пытался задействовать, какие у него были ресурсы с тем, чтобы остаться здесь в Италии, вовлекал в какие-то свои фантазмы ближайших друзей, что графиня Апраксина, вот, то есть мать вот этой невесты, она даже в какой-то момент усомнилась, здоров ли, умен ли, как выразился Гоголь, Иванов. Она обратилась с этим к Гоголю, чтобы он разъяснил, что значит с Ивановым происходит. Ну, тот, конечно, Гоголь уверил ее в уме, разуме Иванова, просто, он говорит, сейчас пребывает в нервическом расстройстве. И Гоголь, ну вообще, если мы читаем и знакомимся с Гоголем ближе тоже, мы знаем, что Гоголь, он очень не просто любил, он считал долгом всякого христианина давать советы. Советы — это не в смысле, как такая праздная форма отношения к кому-то, а напротив, это ответственная, очень близкая служба вот этому человеку, который перед тобой. Давайте советы. И сам Гоголь любил давать советы, и в том числе Иванову, и называл это все подарками. Но понятно, что эти подарки в кавычках содержали очень много самой жесткой критики, и, конечно, мало радовали Иванова, и он нередко обижался на такие подношения. Гоголь, когда наблюдал за вот этим вот долгим, кропотливым творчеством Иванова и его вот очень неустойчивым, вот этим каком-то нервическом постоянном состоянии, он квалифицировал в личной переписке с Ивановым его состояние маловерием. Он говорил о том, что у тебя мало веры, и, как он говорил, вам без Бога не до порога. То есть, когда ты знаешь, для кого ты служишь, для Гоголя это, безусловно, это кого с большой буквы, для Бога, то ты смиренен, ты полностью полагаешься на эту волю. Если же ты не положился на эту волю, то, конечно, тебя съедает вот это беспокойство, и никакие связи, никакие помощники, никакие властимущие тебя не избавят от самого себя. По мнению Гоголя, Иванов вознамерился явить миру вот эту великую мысль, евангельскую мысль, явить вот это само обращение человечества ко Христу, а вместе с тем, он говорит, с самим художником это обращение не произошло, а покуда оно с самим художником не произошло, как он может дать образ этого великого события? Как пишет Гоголь Иванову, пока с вами или лучше в вас самих не произойдет того внутреннего события, какое силитесь вы изобразить на вашей картине, поверьте, что до тех пор не будет кончена ваша картина. Но дело не в том, что Гоголь просто говорил, а он делал, и он решился взяться за дело Иванова. Как он пишет самому Иванову: «Сидите смирно, не каверзничайте по вашему делу, потому что вы не умеете поступать в своем деле благородно и здраво, а все действуете какими-то переулками, которые решительно похожи на интриги. Не беспокойте никого, молчите и не говорите ни с кем о вашем деле. За него взялся я, и говорю вам, что оно будет сделано как следует». И дальше вот характерно. «Ответы ожидайте не из Неаполя и не от меня. Ответ вам придет из Петербурга. Он может прийти через месяц, но, признаюсь, я бы очень желал, чтобы он не скоро пришел к вам, чтобы вы месяца 4-5 помучились неизвестностью. Вы стоите того». Ну вот, вот такое воспитание, наставничество. Что значит Гоголь взялся за дело Иванова? Он положил свое имя с тем, чтобы сделать Иванова знаменитым, и опубликовал известную статью «Исторический живописец Иванов» в выбранных местах из переписки с друзьями. Вы знаете, да, что у вот этого произведения «Выбранные места из переписки с друзьями»
такая сложная в смысле восприятия нашей культуры судьба. Эту работу не принимали тогда, ее критиковали, чего стоят только вот эти заклинания Белинского. Ты Гоголь, ты наше все, ты наше... И как вот с этого пьедестала ты вдруг даешь такую книгу? Белинский с ума сходил и призывал Гоголя отречься от нее. Потому что если бы кто-то написал такую книгу, да и бог с ним, но тут сам Гоголь ее написал. Да и сегодня, надо сказать, как-то ее любят обходить стороной. И у нас все-таки в культуре в широком смысле Гоголь как-то односторонне представлен. Кстати говоря, о Пушкине можно сказать то же самое, несмотря на то, что Пушкин наше все. Тем не менее, вот эту религиозность вот в такой форме, явной, открытой, откровенной, уверенной, какую явил Гоголь в выбранных местах из переписки с друзьями, вот как-то широкая публика не готова воспринять. И тем не менее, после этой статьи исторический живописец Иванов в исполнении Гоголя, имя Иванова прогремело, он стал знаменит. Но проблема состоит в том, и состояла в том, что вот те чаяния, которые о душе Иванова, которые Гоголь сообщал самому Иванову в приватных письмах, в публичной вот этой статье он представил как факт. И представил Иванова как художника, который молитвами, слезами, покаянием, обращением наконец-таки явил, воплотил через себя, через свой личный путь вот этот великий образ. Но сам Иванов, надо сказать, несмотря на вот такие близкие, дружеские отношения с Гоголем, вот, наконец, вот эти эскизы, да, где Гоголь позирует на фигуру так называемого «ближайшего ко Христу», такая важная тоже смысловая фигура, вот в эскизах это более заметно, конечно же. Так вот, несмотря на вот эти тесные дружеские отношения, Иванов полагал, что Гоголь много вреда сделал ему своей статьей. И говорит он об этом неоднократно. Например, в записных книжках 1849 года он напишет так: «Николай Васильевич Гоголь сделал меня известным, вывел на трескучую мостовую человеческих страстей. Этот опытный христианин пропустил весьма важный факт христианства, что прежде чем не вызрел человек и не почувствовал сам себе окончание, не должно ему выходить к людям». Ну вот мнительность Иванова, она и здесь заставляла его видеть в похвалах обрушившихся на него вред. И она же, эта мнительность, сопровождала Иванова до последних дней его жизни. Иванов считал свою картину неоконченной даже тогда, когда она уже представлена была широкой публике в Петербурге. Он считал, что она до сих пор не закончена. Когда он готовился ехать в Петербург после почти что 30-летнего своего отсутствия на родине, он полагал, что, как он процитирую его слова, «я беру на плечи крест», то есть он видел себя мучеником, он считал, что он мучеником вернется на родину. Он боялся этого возвращения, как он выражается, до онемения. Он настолько был обеспокоен тем, как будет осуществлена транспортировка картины, он лично в этом участвовал, хотел сопровождать свою собственную картину. Это было очень сложно, все-таки Рим и все-таки Петербург, ему удалось договориться, и нашли пароход, и погрузили это огромное полотно на этот пароход. И в последний момент с Ивановым случился припадок, как он сам вспоминает: «Я упал в обморок, текла носом кровь, вытекло 5 стаканов крови, картина уехала на родину без Иванова». Но он все-таки потом прибыл в Петербург 20 мая 1858 года, он прибыл в Петербург вслед за картиной, а 3 июля, 20 мая, 3 июля, месяц небольшим,
он уже скончался скоропостижно. Ну, есть разные версии, то ли от холеры, которая тогда свирепствовала, то ли от того, что мы говорили, в какой-то момент переел в доброй компании, то ли, и в большей степени, конечно, об этом говорят, от переживаний. Он очень переживал. Конечно, он хотел, чтобы тут же государь купил его картину. Он рассчитывал, что выручит за эту картину 30 тысяч, эта сумма называлась. И он думал, что вот, наконец-то будет свобода. То есть, как он говорит, я мечтал, что целым, здравым, свободным и с деньгами он тут же отправится в Палестину, чтобы дальше работать. Но ему казалось, что вот этот месяц, пока шли переговоры, купит картину, не купит, сколько за нее заплатит, ему казалось это слишком долгим, и он вел переговоры, сам в них участвовал, обивал чьи-то там пороги высокопоставленных лиц, ему там то ли 10 тысяч обещали, то ли сколько-то, одним словом, он не выдержал и в 3 дня сгорел буквально, а через несколько часов после его смерти пришло извещение о том, что государь покупает его картину за 15 тысяч и жалует ему орден Святого Владимира. Ну вот мучеником видел себя Иванов, и вот, собственно, таким мучеником он таким и предстал. То есть насколько была важна для него эта картина, и, собственно, вот этой обратной связи вот он при жизни не получил. Но вот обратимся, собственно, к самому полотну. Картина имела множество названий, и сам автор называл ее в переписке «Явление Мессии», «Появление Мессии», «Явление в мир Мессии», «Иоанн, указывающий на Мессию», иногда он называл ее даже поэмой. Сам Иванов, конечно, неоднократно и очень подробно описывал, в чем состоит сюжет этой картины. И для Иванова было важно, что этот сюжет новый. Но одно дело показать Марию Магдалену, которая там встречает Христа по воскресенье, это известный сюжет, а здесь Иванов говорит, я беру новый сюжет, доселе в живописи невиданный. И в отчете Академии художеств он объясняет сюжет сам так. После долгих чтений Библии Иванов, ну это он о себе в третьем лице пишет, заметил возможность представить в одно время двух протагонистов, главных действующих лиц Евангелия в самых важных их минутах жизни. Иоанна, оканчивающего свое поприще указанием Мессии, первое лицо, и Христа, показывающегося в первый раз для публичной жизни. Сюжет всем сей никем не замечен, был из великих мастеров. Конец цитаты. Но здесь важна, конечно, не только новизна, которая, конечно, согревает душу всякому художнику, а здесь важна сверхзадача, которую сам поставил перед собой Иванов. А сверхзадача состоит в том, чтобы явить всю саму сущность Евангелия. Вы представляете, то есть не отдельный какой-то аспект, не важные там притчевые моменты, а именно всю сущность Евангелия. И как показалось и Иванову, вот этот сюжет им взятый соответствует, чтобы вот как бы показать весь самый нерв благой вести. То есть Иванову нужно показать вот этот переломный момент вообще, когда человечество перерождается, да, происходит вот этот разрыв с прежним и появляется новый мир. Мир делится как бы напополам, на до и после, и вот это деление, оно уже необратимо. Картина обращена к словам евангелиста Иоанна. Евангелист Иоанн говорит, на другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И здесь, если обратить внимание вот на символическую фигуру Иоанна Крестителя, то он фактически собой, как говорит отец церкви Кирилл Александрийский, он здесь сам по себе предстает в двух ипостасях. То есть, с одной стороны, он пророк, то есть тот, кто говорит и указывает на будущее, а с другой стороны, он уже выступает и в роли апостола, потому что вот он, Христос, и вот мы здесь его ученики.
возникает вопрос, что же мы видим на картине? Ну, чисто структурно мы видим деление наверх-низ, право-лево и внутренние отдельные композиции. Верх, конечно, задан фигурой Христа, объятым логичной небесной сферой и вот такими тоже небесными горами. А с другой стороны, низ задан вот этой сгрудившейся на земле толпой, все жесты, мимика, выражение лиц которых должны отражать многообразие реакций на появление Христа. С другой стороны, слева мы видим группу апостолов, а справа мы видим фарисеев. Внутри мы видим драматургической схемы, мы видим отдельные сюжеты. Ну вот мы говорили про ближайшего ко Христу, то есть это фигура, воплощающая собой идею покаяния, сокрушения о грехах мира, о собственном, главное, грехе. С другой стороны, мы видим вот этого старца восстающего, и композиция, мизансцена, она может быть сопоставима с вот таким образом иконописным сотворения Святой Троицы Адама. То есть как Адам был вызван к жизни в Эдеме, так и старец вызван к новой жизни во Христе. Конечно же, центральным и драматургическим, и художественным центром картины является фигура Иоанна Крестителя, который буквально своим жестом, вот этой заостренной позой разрывает нить времен и указывает, вот она, благая весть. Но есть еще экзистенциальный центр картины, это странник с посохом, в котором, предположительно, художник изобразил сам себя. Это на картине мы видим. Возникает вопрос, а чего же мы не видим на картине? Мы не видим, как, если уж мы и основываемся на Евангелии, то евангелист Иоанн пишет так: «Дух, сходящий с неба, как голубь и пребывающий на нем». То есть, когда явился Христос, был явлен Святой Дух. И есть разные схожие, причем объяснения от учителей церкви, что же значит этот Святой Дух. Как говорит Иоанн Златоуст, схождение Духа было специальным указанием иудеям, что перед ними Спаситель, а не один из них. Ну, мало ли кто пришел там к Иордану. Процитируем Иоанна Златоуста: «Чтобы не было пренебрежено свидетельство Иоанна, когда он говорил, что первее мене бе, что он крестит духом и что будет судить вселенную, для этого отец подал глаз, возвестив о сыне, и дух сошел, низводя этот глаз на главу Христа». Но по другим объяснениям, это был вот этот Святой Дух, нисходящий на Христа, это было указание не всему народу, а конкретно Иоанну Крестителю, что перед ним Мессия. Но тем не менее, мы видим вот только в эскизе такую композицию, тогда как Иванов все-таки отказывается от нее и вообще от подобного художественного развертывания мысли, потому что он себя понимает именно как исторический живописец, и христианство он берет в демофилогизированном варианте. Для него идеалом является нравственное самосовершенствование, а о том, что такое Бог, все эти сакраментальные вопросы он доверяет чему? Науке и современной философии. Как он пишет в своих заметках: «Оставим же ученым немцам изыскивать форму и определение Бога. Они теперь на половине дороги, сколько я мог заметить, разбирая Шеллинга. Мы от них возьмем все, когда они кончат. Царствие небесное, Иисус разумел, состоит в общем мире, в любви каждого к каждому, в духовном познании самих себя, в отторжении каждого от самого себя на пользу общую. Надобно полагать, что Царствие небесное есть нравственное совершенство, которое хотели и прежде него водворить». То есть люби ближнего, совершенствуйся,
и Бог здесь как бы оказывается такой излишней фигурой или идеей. Иванову близок не христианин Гоголь, а ученый Штраус, который написал известную, нашумевшую, запрещенную книгу «Жизнь Иисуса», такой вариант демофилогизированного христианства. Иванов буквально выучил наизусть эту книгу. Когда он путешествовал по Европе, ему удалось встретиться со Штраусом, им там удалось даже каким-то образом изъясняться с ним. И по воспоминаниям Тургенева, Иванов полагал, что существует абсолютное соответствие между тем, что делает Штраус, и тем, что в живописи делает он в своей картине. И даже у него была такая мысль, идея, чтобы Штраус приехал в Рим, увидел эту картину и как бы сказал: «Да, вот об этом я и пишу». Саму картину «Явление Мессии», будущую картину, Иванов видит не в церкви, а в стенах галереи. Как он пишет архитектору Тону: «Весьма бы был я счастлив, если бы она, вот эта картина, была помещена в строящейся при дворце галереи русских художников, тем более, что предмет мною трактован совершенно исторически, а не церковно», — говорит Иванов. И Иванов замыслил писать также композиции на тему деяний и жизни Христа. Он замыслил это как роспись и тоже полагал, что эта будущая роспись должна быть размещена где-то в каком-то специальном помещении, но, как он уточняет, разумеется, не в церкви. Есть разные как бы домыслы, как обычно, о том, что у Иванова случился некий кризис веры. Якобы на него повлияли революционные события во Франции в 1848 году, чтение запрещенных книг. Но вот брат Иванова об Иванове пишет так: «Брат никогда не был одних мыслей с Гоголем. Гоголь все более и более впадал в бегодство, то бишь в ханжество. А брат, напротив, все более и более освобождался и от того немногого, что нам прививает воспитание». Ну вот Герцен уже в 1858 году, а тогда вот Иванов уже умер, ну в смысле они общались, и Герцен вспоминает, что вот тогда Иванов к нему обратился с тем, что он испытывает вот этот кризис в своих духовных исканиях, он пришел в тупик, и якобы он даже просил и спрашивал его каких-то новых идеалов, и якобы Герцен, конечно же, тут же поспешил ему предложить идеи борьбы за свободу, достоинство личности. И надо сказать, что существует, конечно, посмертная статья Герцена, в которой он все это пишет, коротко описывает все эти духовные как бы перипетии Иванова. Но, например, Вяземский напишет на Герцена следующее: «Герцен напакостил на могиле Иванова. В статье своей он расхваливает его по-своему и вербует в свою роту». Конец цитаты. Ну вот мы можем только догадываться, вербует Герцен в свою роту Иванова, завербовал он его или не завербовал, но здесь вносит ясность более фундаментальное обстоятельство, а именно то, что феномен Иванова, имеется в виду как живописца, рождается из духа европейской живописи. Иванов тщательно подражает самым лучшим западным образцам, и это мы видим как и по самой картине, так и по многочисленным эскизам к ней. Ну, например, образ Иоанна Крестителя абсолютно отсылает и повторяет Зевса Атриколи. И здесь вот есть эскизы, например, которые вот Иванов, он тренируется, пишет голову Зевса, и вы видите, насколько это все находится в таком тесном собеседовании с вот этими античными западными образцами. Образ
Христа, он в конечном итоге будет списывать с женщины, но вы видите по вот этим эскизам и вообще по самому образу, что здесь находят отклик вот эти известные образцы и Венера Медицейская, и Аполлон Бельведерский, и античная маска. Все эти великие образцы находятся в поле зрения Иванова. Ну и в целом, если говорить о картине, о ее колорите, вот этих солнечных итальянских пейзажей, об этих фигурах, в том числе об обнаженной натуре, то мы видим, что они отсылают к идеалам итальянской живописи. Хомяков, который превозносит Иванова, он полагает, что Иванову удалось достичь совершенно невероятного и чаемого всеми синтеза. Какого синтеза? До этого живопись пребывала в такой двойственности, односторонности. Да? С одной стороны, как по мысли Хомякова, были византийские иконописцы, которые были исполнены духа, но они не владели, как он выражается, образом, в котором хотели выразиться, то есть они не умели писать тело. А с другой стороны, работали западные, европейские художники, но они, наоборот, стали рабами тела. И только Иванову удалось сочетать дух и тело, и, как он говорит, наконец-таки тело, им явленное Ивановым, потеряло самостоятельность и сделалось прозрачную оболочку мысли. Прозрачную оболочку мысли. Ну вот Хомяков всматривается в дрожащего мальчика и говорит, ну посмотрите, это же будущий мученик. Он смотрит на, допустим, апостола Иоанна и говорит, ну послушайте, это же есть вся кротость, все существо вот Нового Завета, тогда как Иоанн Креститель, вот эта грозная фигура, выражает всю суровость Ветхого Завета. Как говорит Хомяков, никогда вещественный образ не облекал так прозрачно тайну мысли христианской. Ну вот, конечно, можно пытаться, как Хомяков, смотреть на вот выписанные вот эти невероятные складки, природу, и говорить о том, что Иванову удалось отречься от завлекательной красоты европейской живописи, но можно быть более, что ли, откровенным, как, например, Розанов, который буквально задыхался от телесности живописи Иванова, и он назвал эту картину «Явление хитона народу». Он говорит, ну послушайте, мы смотрим, и что мы видим? Явление кого? Христос показан удивительно какой-то в таком микроскопическом каком-то варианте. Мы фактически видим одни тоже только одежды. Да, мощный Иоанн Креститель обращен, и весь его жест и говорит нам «вон, вон». И дальше Розанов продолжает риторически. А что вон? Темно, картина ничего об этом не говорит, да и не могла сказать. Перед Христом, для Христа, вокруг Христа этнография просто не существовала. Молилась до нуля. Но когда этот нуль Иванов разрисовал до очень большой величины, занял им все полотно картины, и он только один и виден, этот нуль, а сам Христос почти не виден, то опять, какое же это и почему явление Христа народу, а не скорее затмение Христа народом? То есть, конец цитаты, по мнению Розанова, художник явил этнографию, а не Христа. И обращение – это не пространственное движение, а это внутреннее движение, душевное, о чем, по его мнению, забыл художник. Так вот, если опять же откликаться на вот эти авансы, которые раздает Хомяков из лучших, конечно, побуждений Иванову, и вообще в целом, когда говорят о технике, и Хомяков говорит о вот этой технике, то забывает сказать о том, что техника в живописи – это не то, что обслуживает содержание,
Но это то, что определяет содержание. Техника, можно сказать, даже еще определеннее. Сама по себе техника и есть содержание. Не зря вот сейчас Розанов нам только что указал на то, но вот это безумное соотношение. Маленький Христос и абсолютно вот тьма вот этого народа. Если мы посмотрим на икону, вы увидите все прямо да наоборот. Чисто на полотне Христос тоже может быть где-то далеко расположен, но он будет изображен так крупно, что вы его никогда не перепутаете ни с кем и ни с чем, благодаря вот этим принципам обратной перспективы. Одним словом, принцип прямой перспективы, к которой прибегает Иванов, он сам проистекает и утверждает определенное мировоззрение. И вопреки некоторым мнениям, прямая перспектива – это не то, что изобретают художники эпохи Возрождения. Это не то, в чем отличился Джотто. Прямую перспективу знали и ею владели, или, как говорит Хомяков, владели образом, если уж на то пошло, и древние египтяне, и древние греки. Проблема в том, что у них было другое миросозерцание. И, как выражается Флоренский, они не могли рисовать, они не хотели таким образом обращаться с живописной композицией. Они не хотели. Почему? Потому что они хотели писать больше, чем они сами. Они хотели писать самого Бога. Тогда как художник Возрождения хочет писать меньше, чем он сам. Он хочет писать тело. И именно вот в эту логику прямой перспективы и телесности встраивается Иванов. Ну вот Иванов – это неоднозначная, конечно, фигура. Безусловно, сам он родил за русскую школу живописи. И он с болью, например, говорит о чем? «Я бы руки обрубил всякому иностранцу-художнику, приехавшему пожирать наше золото». И он имеет в виду Бруни, которого пригласили быть профессором, занять профессорскую должность в Петербургской академии художеств. Ему обидно, вот эти пришельцы, как он пишет, а русские напротив на перерыв рассыпаются перед ним, доставляя ему всевозможные к тому способы, и что еще позорнее, предпочитают своему. Так болеет, радеет за нашу школу живописи Иванов, но при этом он мыслит как Европа-центрист, и для него важно, как процитирую, задача русского художника – встать наравне с пришельцами. Вот подтянуться, встать наравне с пришельцами. И конкретно, когда он пишет «Явление Мессии», то он прямо говорит о том, что его сверхзадача состоит в том, чтобы приблизиться к образцам западноевропейской живописи. Но вот общество поощрения художников, он заявляет, «Мне бы хотелось более всего приблизиться к пути Леонардо да Винчи». Работая, ну вот здесь вот мы берем фрагменты с одной стороны из Леонардо да Винчи, из «Тайны вечери», а с другой стороны мы берем и эскиз, и, собственно, фрагмент из «Явления Христа народа». Очевидно, апостол Иоанн здесь как-то перекликается, безусловно, с образом Леонардо да Винчи. И также он и сам художник пишет, что, работая над образами будущих апостолов Иоанна и Андрея, как он говорит, я постараюсь обоим им дать типы, приобретенные Леонардо да Винчи в «Тайной вечере». В времена, когда работал Иванов, появилась такая идея возродить, укрепить византийский путь в искусстве. И вот эту линию выражал, и много для этого инициатив осуществлял князь Гагарин. И это как бы поддерживалось властями, но Иванов решительно против такого пути в искусстве, он вообще в такой путь не верит,
и не боится даже высказывать подобное мнение таким высокопоставленным лицам, как, например, великая княгиня Мария Николаевна, которая на тот момент была президентом Академии художеств. Как он пишет, Иванов: «Много говорили об иконной живописи, о князе Гагарине. Об этих же предметах довольно долгий разговор был с великой княгиней Марией Николаевной, которая была вспыхнула при моем противоречии. Я, однако ж, у нее заключил тем, что пока не увижу практическим образом приложенными эти все идеи, до тех пор не иначе могу себе это представлять, как в развитии живописи в Италии. Ибо тут только из первоначальной византийской живопись начала усваивать себе и более вкуса, и основательность рисунка, и верность воздушной и линейной перспективы». То есть однозначно его путь – это путь европейской, итальянской школы. Вот здесь вот тоже апостол. Как говорил сам Иванов, нужно идти от итальянской живописи и развивать ее. Но даже вплоть до того, что иногда рассуждения Иванова начинают перекликаться и даже являться своеобразной такой калькой нашей самой пронзительной повести в нашей литературе. Я имею в виду повесть «Лескова левша», в которой изображены все степени и градации самоотрицания русской культуры. Так вот, вот эта жажда судить себя чужим судом, как это было представлено в повести «Левша» с этой пресловутой блохой, как хотелось всем похвастаться, что и мы тоже умеем, и вот этот взгляд утвердиться во взгляде другого, вот это заискивание болезненное перед другим с большой буквы, все это мы встречаем в таком странном виде у Иванова, который рассуждает о живописи. Фактически он считает, что, рассуждая о картине Брилова, он говорит, должен быть вот такой вот внешний суд, европейский суд, и тогда мы только сможем понять, насколько ценна, например, эта картина Брилова. Как рассуждает Иванов, он пишет так: «Так как мы, россияне, есть последний народ в Европе, то самое лучшее для нас будет, если мы сами перестанем себе верить в оценки людей, а в особенности художников, а напротив, с рачительностью будем прислушиваться к приговорам других наций, гораздо просвещеннейших». И дальше он предлагает вот картину Брилова, цитата: «Отдать на суд всем художникам и любителям прочих государств». И для этого, как вот прям в истории с блохой, надо снарядить, конечно же, посла к всем дворам Европы и, конечно, получить соответствующую оценку, как пишет Иванов, беспристрастный приговор живописцу нашему. А если заслуживает, то и награды мы, то это награды мы не прочь. И тогда только, по мысли Иванова, оцененную целым светом, можно будет представить эту картину нашему государю. Но мы все помним, чем закончилась повесть «Левша». «Левша» погиб, и здесь могут быть тоже такие социальные интерпретации. Власть, народ, верх, низ, мы не ценим наши самородки, мы не понимаем, мы не знаем и знать не хотим. Все это, несомненно, верно, но есть еще более такие глубинные, фундаментальные вещи, о которых, конечно, пишет Лесков. Речь идет о вот этой внутренней язве, о вот этом внутреннем надрыве, который существует в русском культуре, когда мы обнаружим вот эту свою склонность к самоотрицанию. Вы помните, что говорил Иванов по отношению к царю? Какие столпы должны были быть у царя? Да? То есть это и самоотречение, это безусловное христианство. И что? Переимчивость. Вот смотрите, и в живописи он идет вот этим путем переимчивости. В 1858 году к великой княгине, опять же, Марии Николаевне, он обращается и объясняет, что в картине своей «Явление Мессии», цитата, «домогался преимущественно подойти сколь можно ближе к лучшим образцам итальянской школы, подчинить им русскую переимчивость и составить свое». Но вот эта идея переимчивости, она на самом деле
культурно продолжает у нас жить, я имею в виду, она потом, конечно же, проявит себя в известной речи Достоевского на Пушкинском празднике, который будет превозносить нашу всемирную отзывчивость, скажем, переимчивость, отзывчивость. Вот этот идеал всемирной отзывчивости до сих пор нас не покидает. Сам Иванов многократно говорил, что Рим – это отечество художеств. Он не мыслил себе вообще художественную свою жизнь где-то вне Рима. И когда он уезжал из Рима в Петербург, он как с родным с этим городом прощался. Для него это была настоящая драма. И он признавался Гоголю, что, возможно, он поживет в Москве какое-то время. Гоголь полагал, что это очень благотворно отразится на его творчестве. А вы помните, в прошлый раз мы обсуждали, что Васнецов, как он сам признается, родился из Москвы, да, ну, в смысле художественном, да, здесь как бы вот это вот случилось, вот это художественное вот это определение. Но судьба распорядилась иначе, и Иванов — это художник, который ни в одном городе, кроме как Петербург, в русском ни одном городе он никогда не бывал. Но здесь тоже вы понимаете, да, что есть вот эта всегда драма: Москва как русский город и Петербург как европейский город, и тоже не заметить вот этого знакового момента в судьбе Иванова тоже невозможно. И характерный анекдот, случай с картиной Иванова рассказывает кукольник. Он рассказывает так: человек со вкусом и с замечательной наглядностью в художествах, остановясь перед картиной Иванова, уверял своих знакомых, что это копия. То есть он остановился перед картиной Иванова, он знаток, он все понимает, и говорит, кукольник продолжает: каталог мой родил возражение, но почтенный любитель произнес решительно: как вам угодно, а это превосходная копия с какого-нибудь первоклассного итальянского живописца, иначе быть не может. Кукольник: не вдруг можно было заставить этого любезного обвинителя поверить, что явление Христа Марии Магдалине вполне принадлежит русскому художнику. Ну вот речь шла вот об этой картине с Марией Магдалиной. Многолетний труд над картиной, дотошная, очень кропотливая, очень детальная работа над ней, серьезность, аккуратность, конечно же, в том числе рождала и критику, и злую иронию в художественном мире. Говорили: господи, да это не какой-то русский художник, а это какой-то немецкий профессор, который сидит, значит, и копается. И шутки были примерно такого рода, что Иванов где-то там завяз в понтийских болотах, не найдя нужного пня для третьего плана своей воображаемой картины. Ну вот эти пни, собственно, он... Надо сказать, что сотни эскизов, конечно, до нас дошли, и Брюлов, обличая его, как он выражался, кропотность, видел фактически в нем ремесленника, говоря, Брюлов: «Тот не художник, для кого исполнение составляет труд. Кропотность исполнения сообщает вялость даже самой мысли». Ну вот, конец цитаты, мы с вами говорили о том, что, с одной стороны, было вот это ожидание Иванова, ожидание его великой картины, а с другой стороны, конечно же, картина повлекла за собой и очень такую злую критику. Ну, например, картину Иванова сравнивали с гобеленовскими коврами в Ватикане, говорили о том, что Иванов всех надул, обвиняли его в том, что он написал слишком белые северные тела, где они не соответствуют никакой художественной правде. Вот эта пресловутая фигура раба, говорит, это же какая-то трупная голова и живое мускулистое тело, это что-то такое невозможное. Ну, Тютчев вообще сказал, да это не апостолы и верующие, а просто семейство Ротшильдов. Ну, считается, что вот такая критика сгубила Иванова, и он, собственно, так скоропостижно скончался, но все-таки следует сказать о том, что Иванова волновало, нежели
что-то более важное, нежели вот мнение других. Его волновал он сам. И когда он заканчивал работать над картиной, он был недоволен собой, он был разочарован в себе, и вплоть до того, что он говорил, и есть такие свидетельства, что он ничего еще по-настоящему не сделал. И грезя о новом каком-то еще невиданном пути в искусстве, он себя называл переходным художником. Но вот в 1855 году он пишет: «Большая картина, ну имеется в виду явление Христа народа, большая картина более и более понижается в глазах моих. Я, как бы оставляя старый быт искусства, никакого еще не положил твердого камня к новому, и в этом положении делаюсь переходным художником». Конец цитаты. Иванова вот волнует новый путь в искусстве, а что это за путь, непонятно. Он только находится вот в этом промежуточном состоянии, как было прежде нельзя, а как по-новому непонятно. И по воспоминаниям Чернышевского, Иванов мыслил вот это новое направление как синтез, опять же, итальянской техники с идеями новой цивилизации. Возможно, это так, мы можем верить свидетельствам, а можем и не верить, но мы не можем не учитывать тот факт, что между тем, что художник говорит, декларирует, и между тем, что он делает, всегда все-таки присутствует разрыв, а в случае с Ивановым он колоссальный. И можно было бы заключить, что живопись Иванова, она как бы следует в русле том, что был задан Брюловым, и наконец-таки разрешается вот в таком чисто декоративном творчестве Семирадского, если бы не одно существенное «но», если бы не восхитительные, удивительные библейские эскизы, которые нам оставил Иванов, полные жизненной, творческой силы, фантазии, раскрепощенности, яркости, непосредственности. Вот эти самые эскизы он готовил для будущей фрески. Давайте их быстро посмотрим. Это только некоторые, подобранные на мой вкус. Они касаются, вот смотрите, и христианской истории, они и в целом библейской истории. Ну, вот здесь такие и цвета, и движения. Вот это уже ветхозаветные сюжеты. Ну вот, и далее. И нужно сказать, что вот эти библейские сюжеты, они на самом деле очень привлекали художников, именно художников, которые могут оценить то, что делает их коллега. И даже нередко художники противопоставляли вот это огромное монолитное полотно «Явление Христа народу» библейским сюжетам в пользу этих библейских сюжетов. Например, Бенуа говорил, что вот именно в них заключен гений художника, а не, как он выражался, в злополучном огромном полотне. То же самое мы встретим желание Дягилева и философова переоткрыть Иванова. Как они парадоксально и одновременно точно выражали свою мысль, они говорили: с одной стороны, кто не знает Иванова, его все знают, и у нас все школьники знают, а с другой стороны, никто его не знает. И вот у них была такая задача переоткрыть. И желая переоткрыть, они, конечно, обращались к вот этим библейским сюжетам. Репин, конечно, отдавал должное большому вот этому полотну, и вместе с тем, как он говорил, главный труд стоит особняком. Но, продолжает Репин, в дальнейших композициях к Библии Иванов поразителен по своей новизне и оригинальности воображения. Он отрешился от всех старых традиций. И, наконец, Стасов скажет так, что рисунки Иванова, цитата, «стоят неизмеримо выше явления Мессии народу и составляет главное его право на бессмертие». Главное право на бессмертие. И действительно, когда мы смотрим на вот эти полотна, возникает такая ассоциация с какой-то
россыпью вот этих самоцветных камней, будто мы открыли шкатулку и увидели какую-то феерическую игру воображения вот этого, вот этой художественной живописи и, главное, мысли. И в отдельных, конечно, образцах, на мой взгляд, Иванов достигает мирового масштаба. Мы можем заключить, что художник хотел перейти в науку, совершить вот этот синтез с новейшими достижениями науки и политики, а с другой стороны, как художник, он отдался вот этому самому воображению, тому, о чем говорил Крамской, да, вот этот рационализм, вот эта разумность, вот эта геометричность мешала Иванову. Ну вот здесь вот он раскрепостился. И если мы посмотрим на эскиз сотворения Адама, это 40-е, 50-е годы, конец 40-х, 50-е годы, то, конечно, мы видим, что это непокорное следование ученика, назначенному самому себе учителю. А какие у нас есть учителя? Учителя, опять же, вот эти известные европейские образы. Если мы и говорим о сотворении, то самый известный образ, наверное, это образ Микеланджело, пресловутое касание, где мы видим вот это расставание уже самодостаточного, такого равнодушного, вялого человека-титана, с одной стороны, и вот этого бога-судьи. Отныне человек сам, он в нем не нуждается, и даже рука-то его не особенно хочет, вот, даже вот этот акт прощания должным образом совершить и довершить. С другой стороны, мы видим тоже известный образ от Уильяма Блейка, разочаровавшегося уже в идеалах как раз-таки возрожденческих, и Уильям Блейк нам предлагает такой гностический образ, в котором Бог представлен как злой демиург, который буквально опутывает несчастного Адама узами материи, и Адам попытается, конечно, потом вырваться, но он страдает, и вот этим страданием, и этой злостью Всевышнего и задан путь будущего человечества. И что делает с другой стороны Иванов? Он живописно выражает вот эту идею Бога человечества. И здесь Бог – это поистине отец, а Адам – это поистине сын. То есть Бог – это не демиург злой, это не надзиратель, не судья, но не посторонний, не другой, но тот, кто любит человека, буквально вдыхает в него жизнь. Он наклонился вот над этим юношей, почти ребенком, любовно, и встречает его в этот мир. А с другой стороны, вот Адам представлен беззащитный и зависящий от Бога. Он представлен как тот, кто чает этой жизни в Боге, и глядя на вот такого рода композицию, мы, конечно, верим, что это тот самый Бог, который вочеловечится, чтобы человек обожился, это тот самый Бог, который простит блудного сына. То есть здесь мы видим не вот эту трагедию, не заклятие духа, материи, мы видим не вот эту, наконец-таки, радостное расставание от этого грозного надзирателя, и человек вот этот равнодушный, самостоятельный уходит в жизнь, но мы видим, что человек буквально дышит Богом, перед нами буквально сын и отец. И еще вот есть такой эскиз, называется «Бог приводит Еву к Адаму». Мы видим тоже это конец 40-х, 50-е годы. Это такая картина «Апофеоз идеи родства между людьми, родства людей друг с другом». Вы видите, как Бог подводит юную прекрасную девушку к Адаму, но кажется, что Адам уже ее ждал, он уже ее ждет, он еще ее не знает, но он уже ее
принял, он уже ее любит, они уже родные, и вот здесь какое-то животное, видимо, это собака, она фактически вот этот вот жест вот этого приятия, вот этой щедрости, вот этой любви повторяет, и фактически это полотно нам говорит о том, что Иванова волнует не события, не появление женщины на заре истории, его волнуют смыслы. Какие смыслы? Его волнует вот эта идея союза всей твари, вот эта идея того, что мы исконно все родные друг по отношению к другу. И если Иванов нам предлагает и дарит нам вот такие высшие надежды своей живописью, то вместе с тем он нас еще и уверяет в том, что русская школа живописи, она возможна.